що ви знаєте про рибалку? Наші журналісти вам розкажуть багато цікавого просто зараз. Це вже 10-й дитячо-юнацький фестиваль з рибної ловлі, який проводить спеціальна Харківська обласна спінінгова ліга, тобто ліга дорослих серйозних рибалок. А його девіз – рибалки проти наркотиків. Идея мероприятия появилась на собрании спиннинговой лиги, решили сделать что-то полезное и пробовали взять первый приют, гармонию на детский фестиваль. И вот уже 10-й юбилейный. Люди, которые стояли у настоков, до сих пор остались с нами, только новые, как говорится, помощники, меценаты, спонсоры присоединяются. С первого нашего фестиваля нас поддерживают наши друзья-джиперы, потом присоединились и смены. Проходив він на березі Безлюдівського водосховища. Учасники – це команди дітей з двох дитячих приютів, а також всі бажаючі з Харкова та й області. Мені подобається, що риба клює дуже добре. Я купався, я рибу ловив, я ще кушав. Ну, коли ми дивилися на обездолених дітей, посещали приюти, ну, вийшло так, що я коли попав в приют, и увидел этих детей обездоленных. И мы приняли решение, что провести для них такие праздники. Детские приюты, они приезжают сюда абсолютно бесплатно, никаких не надо. Это самое. Семьи харьковчан, просто жители Украины, все, кто хочет присоединиться, регистрируются на форуме, чтобы количество детей все равно ограничено, потому что, чтобы уделить всем внимание, очень сложно большое количество детей, как говорится, обработать и уделить всем внимание. Поэтому где-то в районе 120-130 человек в среднем детей принимает участие суммарно. Детям понравилось, это самое главное. Мы поймали рыбу карася. Я такие уже две рыбины споймала. Было интересно, рыбку выкладывают в ряд и меряют по длине. То есть не на количество, не вес, а детям интересно, они помогают сюда, выкладывают свой улов. То есть, там, все сделано для того, чтобы дети запомнили. И победитель нашего сегодняшнего соревнования – команда «Дядя Миша». И давайте их все вместе крикнем дружно.